Сегодня в Саратове из-за весеннего снегопада увеличилось количество ДТП. Так, в Ленинском районе произошла авария с участием нескольких большегрузов. При съезде на улицу Шахурдина один из грузовиков не успел затормозить, в результате чего въехал в прицеп впереди идущей машины. Третий грузовик попытался уйти от столкновения, его развернуло почти на 90 градусов. В результате аварии никто не пострадал.